Какой красивый сегодня рассвет. Это после ночной смены на работу. Пойдем. А там все равно небо красивое. Еще бы трубы так не красивые. На работу, на работу. Всем доброе утречко. А какое небо голубое. Вы посмотрите только. 2 декабря. Ведь что это такое у нас происходит-то на планете? Земля. Вместо зимы, похоже, пришла весна. Ленкин дом. И поздравляю, у нас на Урале весна пришла. Нового года, похоже, морозов не будет. Ты же хотела? Вернее, ты не хотела зиму? О, пожалуйста, видишь? У нас уже капель и птички поют. Ребятушки, кто приготовил елки, игрушки, прячьте их уже. Достаем тяпки, грабельки и идем работать в сад. А я сейчас пойду на каточки новые сделаю весенние. Сегодня закат. Вы только гляньте. Точно весна завтра будет. Вот и ногти будут в тему. То ли весна, то ли зима, то ли лето, непонятно. Будет как-то так. Грусть. Что это? Это разве декабрь, а? Это что такое-то? Это прям вот на весну похоже. Лужи такие весной всегда бывают. Значит, скоро весна. Зиму пропускаем. С закатом прям сегодня не налюбуюсь. Смотри, какая красота. Все, возвращаюсь от подружки на таком красивом закате. Вернее, я шагаю домой, иду и вижу такой красивый закат. Ну, как же его не заснять? Обалденный. Иду, налюбоваться не могу. Во всех местах останавливаюсь и снимаю закат. Завтра обещают плюс 3 градуса. Сегодня было 2 декабря, было 2 градуса. Завтра 3 декабря. Обещают 3 градуса.
Ну что, господа, весна, что ли? Ну ладно, сейчас уже подморозило, уже хотя бы капель не капает. Ладно. На этом, наверное, до свидания всем. Пока-пока. Наша вам с кисточкой.